такой вот двор у нас отремонтированы. Вот дорожки везде. Ну, вот это финальное футбольное поле искусственное, на котором карантин проходит у многих. Ну, все уже практически отцвело. Вот это такая зелененькая талыча. Вот еще какое-то дерево зеленое, не знаю, как оно называется. Вот и здесь за сельпо тоже деревья зеленые, даже не знаю, как они называются. Сирень уже в таком состоянии. Довольно крупные листья. Они... Ну вот это такие у нас клумбы возле домов. Любители садоводы выращивают. Вот тоже что-то зеленое. Боюсь ошибиться, но возможно это черемуха, и она даже цветет. Поэтому, наверное, и похолодало. Ну, вода какая. Прозрачная. На московском пляже. Народ бродит, невзирая ни на что. Вот тут такое место закрытое, что менты вряд ли сюда придут, тем более обещают штрафовать только со среды. Вот. Уже какой-то абориген пошел купаться. Не знаю, местный, приезжий, ну какая разница. Может, Пасху отмечал сегодня уже. Вот второй купальщик появился у нас. А вот сюда через пролив идут. Под мостом уже прошел в Азовское море. О, плывем. Интересно, какая температура воды. Вот такая водичка. Чистая, прозрачная. И штиль, кстати, здесь. Хотя на самом деле наверху ветер. Ну, он северо-восток, поэтому все гладко. А вот это такой вид. Вот так, Комсомольский, вернее, Молодежный кто-то называет, кто-то Московский пляж. Ну, на улице Московской, может быть, поэтому. Ну, пляж, конечно, это условный, блин. Блять, это 10 или 11. Бочки летают. Скала Бегемот. Бабочки. Как ее тут называют. РДС работает. Не так она выглядела. Вот это вот, по-моему, которая сейчас... Вот справа, которая наклоненная, она была вверх. Еще совсем недавно, да. Такая вот кладка, каждый год тут роют, и рядом тоже две еще таких.